Друзья, привет! Вы на моем канале Маргарита. Не забываем про опцию «Супер спасибо» и заказываем батлы на любимых исполнителей. А дорогой Вячеслав, спасибо огромное. Ребятки, слушаем батл. Пошумим, ребят, пошумим. Хотела имена прочитать, но не стала, да? Не стала, да, сейчас будет. Не можешь, да, Канема? Канема и Чурдали. Да. Ну тут же легко читается Канема. Даже, я не читала. Даже ты сможешь, что ты немецкий учила. Я не читала. Кстати, сообщение, как его, Рейбоксу передано, в очках которые. Да ты что? Кто передал? Зрителя. Да ты что? А что там, мы же ему хорошее сообщение сказали, помнишь? Надо же, как хорошее сообщение? Ну что мы за него, почему чтобы он проиграл, брал, да. Почему он проиграл, почему он сам себя тоже приподнимает? Да, да, ему да. Передали. Очень рада. Вот очень это рада. Будет очень интересный. А почему батл? Ответ он нам не сказал? Ну, извини, ладно, я не знаю, почему он тебе ответ не сказал. Ребят, спасибо, кто передал. Может, он тебя не считает стоящим блогером? Может быть. Понимаешь, ты же не какой-нибудь парень-рэпер. Чурдаль и Канема. Ну-ка, поехали, ребят, что будет сейчас? Как ты, звездочка? Я, как ты? Нормально, хорошо, спасибо. У тебя сейчас батл будет, ты на него прям идешь? Я прям на него иду сейчас. Заряжена? Заряженная. Ну как тебе голос? Ты будешь такая токсичная? Будешь или будешь такая же хорошая? Привет, Канема, давай с тобой. Или, ну-ка, сейчас я тебе расскажу. 50 на 50. Я типа понял, мне мой текст нравится на 50%. Я выучила его на 50%. Любовь буду на все 100. Вот такая история. Эгей, дикий хомяк. Знаешь, здесь хамстраком мы ответили. Ребят, что скажу про нее? Очень позитивная девочка, да? Очень позитивная, молодец. Мне это уже нравится, ребят. Что она не такая кислая, а позитив от нее прям, да? Позитив? Позитив от нее прям брызжет, брызжет, ребят. Брызжет позитив. Молодец, голос интересный. Интересный голос, интересный у нее тембр голоса, ребята. Но она ребята. Очень сильная рэпер. Как же она будет читать сейчас? И послушаем. Она жесткая девчонка. Посмотрим, но она шикарная. Мне нравится очень. Ёжик. Расскажи, что ты ждешь от своей соперницы? Блин, хотелось бы колких панчей, хотелось бы прям посмеяться. Ну и дабл тайма, конечно же, хотелось бы. У меня его нет, хотелось бы от нее хотя бы. А ты получишь. Но хотелось бы вот что спросить. Ты ей писал, что ли? Нет, ни для кого не секрет, что после батла Канема и Палмдропова, как бы это перетекло еще в постфактум, да, этот конфликт в целом развился. Ты готова отстаивать свою позицию при переходе этого столкновения в медиаполе? Я думаю, что мы с ней договоримся. Так хорошо, находить вообще. Мне кажется, Чурдаль, она такая, знаешь, интеллигентная, несмотря на весь мат, который идет из ее рта. Да, она знаешь. Интеллигентная, она честная, и она никогда не будет как Палмдропов, как по шакалье, понимаешь, как шакал, какой-то грязный шакал, выискивает реальные секреты, которые человек хранит, да, не хочет, чтобы кто-то знал. И уж у Палмдропова это в душе есть, он шакал. Он прям, знаешь, знает, что это секрет, что человек оберегает этот секрет, да. И ты, у тебя, ты либо ты имеешь честь не использовать это, либо у тебя нет чести, и ты это используешь. Угу. Мне кажется, она не будет это делать. Посмотрим, посмотрим. Не очень интересно. Потому что есть же какие-то рамки, что ты понимаешь, что человеку проблемы доставишь, если ты это на всеобщее обозрение скажешь. Угу. Кто-то рамки соблюдает, кто-то нет. Но это общий язык. Оу, yes. Желаю тебе только удачи. С нами звездочка Канема. Вот, ты... вот один из ее секретов был, что она говорит, что ей 19 там, или 20, а ей 30. Это было, и у нее сорвался контракт на фильм вроде как после этого. Угу. Уже окунулась в этот токсичный мир батл рэпа. Как тебе? Судя по всему, понравилось, раз ты тут. Я прям на вершине моя. А еще про развод говорил, да, что она развелась там туда-сюда. Угу. Вот это все. Вишенка на торте. Такой первый вопрос. Достигнуты ли мирные соглашения с Палмдроповым? Мы пока умалчиваем эту историю. Все в процессе? Да, все в процессе. Планы на свою новую оппонентку. Ты решила поменять подходы, поработала над ошибками, или все-таки сохраняешь свою там тактику, придерживаешься уже существующих каких-то вещей? Ну, я сделала, как обычно, но мягче, и рифмы панчи появились немножечко. Хорошо. А кто, интересно, текст писал, она сама или кто-то помогал? Ну, как мы могли понять из этого токсичного батл рэпа, что люди почему-то требуют каких-то текстовых заходов, хотя как бы это не всегда вообще должно рулить, я тоже не понимаю. Тебе желаю удачи, цвети, пахни и радуй нас своим видом, вайбом, флоу и прочими вещами. Тебе всего хорошего. Йо, всем хал, друзья, это Кубок МЦ. Я его ведущий МЦ, спасибо. Москва, как слышно? Перед началом батла хочу сказать большое спасибо нашим друзьям. Это Джин Ройл Рейвен. Если вы любите классный вкус, смешайте свое настроение вместе с Джином Ройл Рейвен. Дайте шубу нашим друзьям.
Может, они вместе писали? Если там Палмдроп приложил свою руку, значит, текст будет жестким. Знаешь, у них с Кани Маш что-то ведь есть там, недомолвки, да? Переходите по ссылке. Ты думаешь, он будет на Кани Му сейчас через Чурдаль пытаться воздействовать? Не комментарии и получайте свои бонусы. Свои палмдропские туда, значит, шуточки, да? Через сегодня Чурдаль. Головина, пошумите для нее. Ну что, у нас на очереди женский батл, я хочу, чтобы MC справа представилась. Предлагаю вам бартер. Если вы шумите у меня на раундах, я больше никогда не буду батлить. Как вам? Тогда Канима, главный рэпер села. Села. Они кричат, чтобы она больше не участвовала в батлах. Ну я поняла, но нет. Да, они шутят тоже. Да, да. МС слева, представься. Чурдаль. Чурдаль. Чего-то она делает. Ну, друзья, по результатам жеребьевки этот батл начинает Канима. Встречаем ее. Она мощная. Девочка. Жесткая. У нее мурашки даже. Всем салам. Пошел нахуй бал. В твоей крови железо. Я сам тебя на металл. У тебя все через жопу получается. Анал, я эту бэби раскачала. Где матка? Ушала и цая, ксюха, лесбиянка, да с чего вы это взяли? Она ебется с пацанами чаще, чем все в этом зале. Думала ты бы, что на тебя я западу. Если ты ЛГБТ, тебе бы ближе к западу. Это леди бой, намокла как манту. У нее огромный член, но он во рту. Зальба прямо тис, ты как аперитив. Не, ну по энергетике у Чурдаль реально есть как бы он. Чушь говорить. А? По энергетике у Чурдаль есть этот агрегат. По энергетике, да? Да. У Канимы нет, потому что она прям девочка. Ну, сейчас посмотрим, подожди. А Чурдаль, она с агрегатом. Чурдаль еще же не начала ничего. А у нее и агрегат, и белка, понимаешь? Посмотрим сейчас. Это пока шикарно. Канима идеал, молодца. Очень нравится. Интересно слушать ее. Музыка, бит такой. Читает классно, да? Скажи. Угу. Слушать прям хочется, да? Да буду я второй, но тебя опередим. Да я не думаю, что Чурдаль... Не нравится то, что у нее есть это. У нее это есть, ее это устраивает, потому что она такая, и все. Ей это нужно. Смотри, черт прилетит. Летит в тебя, как в прошлый раз, тут был автоматик. Сегодня не 8 марта, не видать не бала. Видимо, опять меня попрут из сериала. Говорят, что моих раундов пачка. Нет, ну честно, я Чурдаль слышала 1 раз или 2 раза, сколько мы слушали, 3 раза. Она, конечно, мощнее в плане рэпа. Сейчас посмотрим. Ну, Канима хорошо делает, но угу. Мне кажется, она больше как-то девчачий стиль у нее, угу. А у Чурдаля мужской стиль прям. Мало мои текста говно, ведь я купила их у Бауа. Последний батл у меня. Прошлый последний батл у тебя, да. Да ты такая же, как я. Да. Ты наебалась и хуям. Сегодня ночью было жарко. Ты горячее, чем в аду. Они кричат, Кани, иди нахуй. А ты кричала, Кани. А у Канимы вроде есть ребенок, да? Или нет? Или это не у нее ребенок? Не знаю. Лучше читала, шикарно. Или первый нее... раунд великолепен. Да, первый она раунд нигде великолепен. Нигде не накосячила. А? Не накосячила нигде. Великолепен. Ну-ка, Чурдаль чем ответит. Чурдаль жесткая, она. Не знаю, сейчас послушаю, тихо. Ну-ка. Тихо. Слышно? Я тебе
скажу, они похожи. Нет, для вот как я оцениваю, и Канема от 1 до 10 6, Чурдали это для меня 9 практически, почти 10. Нет, у них тембр голоса похож. Нет, намного жестче Чурдали, она настоящая рэперша. Ну-ка, давай. Я был из ТикТока, и то на тайтл, и то без поражений. Хочешь победить, нету и до судейского решения. У нее мужской рэп, понимаешь? Ты всего лишь моя груша перед млечным пищей антика. Выгодный космос, ведь в голове Вики вакуум. Твои дети паны, но дети подняли каку. Вика в кругу, у Вики глаза горят. Вику каждому можно взять, Вика перезаряд. А твой муж уверен, что ты сам не икс. Он ебет ежа, я, пожалуй, с Гринпис. Покрасила волосы, чтоб молодиться на батлы. Твои дети думают, что ты сильный трак. Я на визе тебя вылезу, стали на экране. Сошла с ума, но камень далеко до ткани. И про твой возраст все вранье не успела бы родить. Канима тебе не 30, а 31. Исполнение мечты достоин человек. Не, ну Канима она на 15 даже, можно честно сказать. Да. Мы нас поставили пару. Ведь мне не важно, сколько тебе лет. Сейчас сниму тебя в серии своих ударов. Додумалась написать самый беззубый диск. Но после драки кулаками не машет. Оператор никогда не снимал снизу, но здесь решил Каниму снять. Почему-то не знаю. Никогда в жизни он это не делал. Прям не знаю почему. Она в шортах вроде, да, Канима? Да, в шортах. Ну, шикарно, шикарно, мне очень нравится. Слушай, хоть что говори, да, они пока на одном уровне идут. И я слушаю голоса, их голоса у них похожи. И манера, нет, голоса у них вообще не похожи. Может быть, у них вот... Где голоса похожи? У Канимы нежный голос очень, мягенький такой. Не знаю, не скажу, что они прям отличаются очень сильно. Я слушаю ведь тоже. У Канимы мягкий рэп. Нежненький такой, понимаешь? Рэпёнок. И еще хочу сказать. А у Чурдаль жесткий мужской пацанский рэп. Не знаю, я пока этого не почувствовала. Пока не на одном уровне. Нет, 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 нет. На одном уровне. И потом еще хочу сказать, может быть, бит один и тот же, да. И как-то вот они похожи, два вот это голоса. Звучание, похожи, да? Да. Я не согласна. Я так, абсолютно а я так разные думаю. Голоса. Вот сейчас по-другому. Чурдаль! Москва, как вам первый раунд, Чурдаль! Встречаем, отвечает ей вторым раундом Канима! Давай! Да, связь. Можно чуть погромче музыку? Нет, да. Ты море, тебе все хотят, и тянутся люди. Ты яркий закат. Знает, что лучше уже не будет. И звезды в ночи. Самое важное в жизни основа. Прости, но эти слова были Эллу. Скажите спасибо, что я пришла снова. Ксюха, я в твое лицо обхватила ногами. Ксюха, ты сплюнула, чтоб твои дети остались такими. Ксюха, ты попала, но здесь не травести туса. Ты написала гузовой песню и за... Ну, я в восторге. А где рэп? Я от нее в восторге. Нет, голос классный. Здесь, где рэп? Рэпа опять нет. Подожди, здесь у них другая. Нет, значит. Она поет классно. Молодец. Но это же не рэп. Где рэп? Где батл рэп? Ну, сейчас будет, наверное. Может, такая вот у них именно. Кто еще там пел недавно было, что пели? Они. Не знаю. Ну, давай слушаем. Мне очень нравится. Я прям восхищение. Тебя у людей нет вкуса. Я как приора по росту занижен. Может, у них такой вот именно вот батл. Формат, да? Да, из такой рэпа формат. Они уходят, да, в пение. Они вот, да, именно ближе к певческому, понимаешь, батл. Вот, может, такой у них. Потому что Чурдаль ведь тоже поет. Где она пела? Она у нее был чистый рэп. Ну, сейчас посмотрим. Ну-ка, ну-ка. Жена, и дашь микрофон, но он тебе не жена. Спи, жена. Ориентация на мне статья, и на тебе, кстати. Я влюсь тебя, понимаю, но хватит. Вытащи, детка, из меня пальцы. И забывшего тебе не нравятся пальцы.
давай снимем порно, сольем все на бусти, сделаем из тебя красивого парня. И может быть хотя бы так ты станешь популярной. Я не сплю уже сутки, пишу эту песню. Прости, я не лезвый, мы не можем быть вместе. Плевать на победу, налейте всем пиво, чтобы увидели люди, так эта сука красива. Правда, что ли, написала песню? Добро, нет, наверное. Может, но если просто... говорить про Бузову, не сказать уж прям, что у нее прям ужасные тексты в песнях, да? Да. Нет, не сказать, что у нее тексты трэш у Бузовой. Да, да. У нее там, ну, про любовь обычные все. А такие стандартные тексты про любовь обычные самые. Да, да. Палма терпеть не может, да, везде она хочет засунуть, да. Ну, действительно, вот у него вот этот второй раунд, да, он действительно прям чисто певческий, да. Не знаю, вот сейчас, может, Рудак тоже будет петь, может, именно второй раунд таким должен быть. Она выступала, не было негатива у нее, да, к Чурдаль? Uh-huh. Не было, она как-то с улыбкой так мягко все сделала, да, прям как-то не было противостояния какого-то между ними, да? Пропадает, блядь. Потому что Чурдаль тоже позитивная очень. Она, она очень добрая, мне кажется, позитивная. Ну, не то, что добрая, я не знаю, какой она человек. Она позитивная. Да, она по ее улыбке, да? Да, она не... Не противная. Да, она не в контре, как бы не, не провоцирует да, на да, это. Да, 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 да. Она вот сейчас рэпер. Сейчас можешь поменяться, если хочешь. Как? Она рэпер, как сказать? Адекватный рэпер. Адекватный, уверенный да, в себе. Да, да, да. Интеллигентный, даже можно так сказать, да? Москва еще раз, как вам второй раунд Канема? Интересно, судейство есть? Встречаем есть? Второй раунд Чурдаль! Нету. Нет. Кто-то там говорит, он вроде есть. Ну-ка, слушаем. Будет бить или читать? Опять, у них такой же бит, биты одинаковые. Хочу написать песню, продюсер может делать коммерцию, но я не знаю, как это, я до него висит, ты просто писала. Ну, если снимает. Слова сыпались, не ее, а Каню снимает. Микрофон, который подарил отец мне, наконец, Питер, прощай, мой курс на Москву. Все так крутилось, даже не поняла, в какой момент я надела маску. В какой момент словила таску, во мне талант, открытый закупан. Шикарно. Баланс, не пущен, а то вот девчонки шикарные. Была я рад жизни бездумно, сказав, что моя музыка не про бизнес. Чурдаль не надел сбрую, да? Не надел. Жестко. Просто еще не написан. Мне не нужен гостайт, я сама себе автор. Не о чем писать, колода по нужным мыслям. Я пишу, напишу грязно, чисто. Я не нужна, но если другой дух. Хэллоуину нравится, смотри. Хэллоуину нравится. Почему? Ну она сказала, на 50% выучила. Я забыла текст. Сама победу отдала Канеме. Москва, как вам второй раунд Чурдаль? Хорошо, но почему так мало? Друзья, Москва, встречаем третий раунд Канема! Канема лучше подготовилась, видимо, да? Сказала же, учила. Победа в кармане, да? Кто в кармане? Победа. А. Ну да, видишь, как сегодня, смотри, она уверена прям. Но она текст хорошо выучила. Ну что там я вот могу сказать? Мне очень нравится.
Очень нравится мне батл этих девочек. Ага. Вот очень нравится. Я сижу, просто отдыхаю, ребят. Голоса шикарные, текст интересный. У девочек интересный текст, да? Скажи. У нее много денег, связи, съемки в ТВ-шоу. Чувствуете запах, воняет пиздюшом. Сука на веселе, дрочь, но не себе. Я рыкерсила, она просто живет в селе. Сама себя закапываешь, ты почти на дне. Ведь твоя рэп-карьера давно лежит в земле. Я жарила ее, будто на гриле. Соли не запоминаю. Вот рэп пошел чуть-чуть. Когда тёмки не давит, проходит мимо. И ты завела корову, чтобы трогать вина. Это рэп-звезда или ее пародия? Бабушка включает твои треки в огороде. Стало больше цветов, ты без сомнений. Ведь она включает твои треки вместо удовольствия. Если треки включить на огороде бабушки, она прям бабушка будет как, ну, ей легче будет работать. Конечно. Потому что Чурдаль классно поет, она так заряжает энергией. Да. И это действительно лайфхак, включить Чурдаль. Да. Но в любой деятельности, в любой, что надо сделать, включай Чурдаль. Да, и слушай. Выглядишь плохо, похожа на лавка, она пишет песни Бузовой. Ну, бляха-ха, похожа эта девочка, чуть-чуть на мужика. Каким местом она похожа на мужика? Такая красивая, да, скажи, Чурдаль? Угу. Красавица. Нет, она не похожа на парня. Загированные, беленькие, блондиночка, чистая кожа. Ты о чем? Здесь мимо. И про Бузову что-то второй раз уже, да? Да. Уже слышали про Бузову? Да. Это разве плохо, что она написала ей Буза песню? Буза написала, у нее прекрасный текст у Бузовой. Простые. Нет, да. Они именно для просто вот на один раз, как сказать, чтобы запомнили, спели, все. Как один раз у Бузовой, там, можем ее любить или нет, у нее по 5-6 миллионов просмотров на каждый клип. Да. И потом, Чурдаль прекрасно. Если бы она это вилки пела, да, вот там вилка рядом стоит, но Чурдаль, она вполне адекватно хорошо выглядит обычно. А если нужны мета, то ты, блядь, хую, верчусь я на хую. Мне что-то вот Канева похоже на молодую Бьянку, вот как-то вот такая энергетика идет. И вот Канева, знаешь, что мне вот она уж, ну как сказать, не скажу, что у нее трешовый текст, да, но все равно оскорблялки? У нее больше прям вот на напор на Чурдаль, да? Чурдаль вроде не такая, да? Угу. Не поставлю свайки, сколько вам спать. Насколько конкретно он Канева? Я надеюсь, сейчас Чурдаль выступит нормально и не будет наполовину заканчивать. Может, я домой сразу пойду? Домой не пойду. Вот опять какая-то неуверенность. Почему так? Не знаю, не готовилась. А что ж не готовилась-то нормально? Они понимают, для чего ты тут, сучка. Случай, случай, сейчас будет случка. Это ждать, как чем ты заплачешь. Я только пом только начал. Они понимают, для чего ты тут, сучка. Случай, случай, сейчас будет случка. Внутри петь загрузит, как начис. Это балет рэп. Ну, Чурдаль круче делает, ну чё? Ну, круто же. В эту суку я наглазую по локоть. В этой суке я явно сломаю ноготь. О, рэп, рэп. Класс. Чем же ты зацепила? Похуй на тебя, похуй на весь твой хайп. Хелскал, разъеби, знает, люблю девах. Если мы так кусок, прожарка высосок. Твое время пошло, хоть и сыпется песок. Блин, я волнуюсь, что мать текст не забыла. Просто пропускаю. Все забыла. Ну все. Ну что она сделала опять? Просто пропускаю. На голове твоей пиздец, сверху пиздится панамка. Дурочка обливается краской, как инстасанка. Весь твой образ исходит из собра. Обещаю, мне очень стыдно. Держи вот мой мобильный. Серьезно, хочешь, возьми. Запишем фит, попадем в новые имена. Девочка, мне только ты одна нужна. Слушаешь, иди сюда, пожалуйста, прошу. Это же я, прости, Чурдаль, дорогая. Чё ты снова кэл попутал? Меня давно не привлекают такие маршруты. Я знаю, тебе было трудно эти дни, любимая. Я только с тобой теперь буду. Иди, обними меня. Кстати, выглядишь очень круто. Нереально прям синяя. На меня не смотри, на модках дело не в стиле. Но она взяла трек Гуф и немножко там переделала. Зачем-то, зачем она это сделала? Вот тоже, как Рейбекс, вот. Зачем она это сделала? Не знаю. Я очень жаль, бы ты сейчас победу к аниме отдадут. Эй, одна за край, другая за билки. Я бы хотела от тебя намокнуть, но мне пришлось обиться, блядь, из Билка губы. Здесь, да, уже? Угу. Билка здесь? Погоди, дальше, я сейчас что-нибудь вспомню. Например.
вспомню. Блин, текст забыла, а? Короче, какой вывод, что очень талантливые люди, вот, например, Чурдаль, да? Одного таланта мало, надо чуть-чуть просто приложить усердие, да? Я думаю, что она, как рэпер, намного сильнее, конечно, чем Канема. Мне она вообще понравилась. Да, звучало круто, но, к сожалению, она сделала на 50% только свою работу. Она и сказала... Москва, как вам третий раунд, Чурдаль? Давай, Чурдаль тоже обращение. Давай, Ксюша Чурдаль, давай. Ксюшенька Чурдаль, ты классный рэпер. Ты классно читаешь. Ты красивая. У тебя такие красивые зубки ровные. Фигура шикарная. Животика вообще нет, плоский. Занимаешься спортом, видно, ты красавица. Голос идеал. Рэп классно читаешь. Рэп читаешь шикарно. Голос яркий. Так умеешь. Голос красивым, яркий, да, скажи. Голос яркий. Угу. Так красиво делаешь речитатив. Шикарно. То, что ты сегодня немножко, конечно... Накосячила. Ну, ты сама это сразу бывает, сказала. Бывает. Ничего страшного. Ничего. Ну, готовься. Я, конечно, потому что должна первые места занимать. Я хотела бы, чтобы ты заняла первое место вот именно в этом раунде. Но ты немножко закосячила. Ну, в этом батле, да? Да, в этом батле, да. Мне жалко. Жалко очень, что так произошло. Потому что достойно первого места. Да, да. Ты наш и тем фаворитик. Более они же... А, да-да, это просто батл. Ты наш фаворитик, ты нам очень нравишься. Да, да. Очень жалко, что ты текст... Косякнула. Да, что ты косякнула. Надо обсудить этот батл. И первым я хочу снова пригласить в гостях у нас сегодня Илья Мазел. Если бы я была, например, судьей, да, я бы вышла и сказала... Чурдаль, ты плохо подготовила текст, но ты звучишь нереально круто, тебе победа. Mm-hmm. Это как диктатор. Диктатор может не выучить текст, но он должен занимать первые места. Да. Дайте шума ему. Ну-ка. Хотя я не хочу, чтобы я не сравниваю диктатора, алкоголика, с классной Чурдаль. Я это не делаю. Я просто тебе в целом говорю. По так звучанию. Про диктатора. По звучанию Чурдаль первое место должен занять. Здорово, Москва, наш город на земле. Всем привет. В общем, дама, спасибо большое за батл. Может быть, если бы там... Может, это неоплачиваемый батл? Почему не готовится нормально? Не знаю. Буду сказать, начнем с положительного. Второй бит, кто здесь выбирал? Пушка вообще страшная. Второй бит просто пушка, потрясающе классный. Вот, буду судить по забываниям. Смотрите. По забываниям. Получается, Канема в первом раунде по забываниям вышла вперед. Да. Во втором раунде... Там вырезали, что ли? Ты сравнялась с ней. Я старалась, если честно. Да. Это было видно. Спасибо. В третьем раунде, вот сейчас тоже, конечно, обидно, потому что, ну, рэпачок-то у вас реально классный. Особенно вокальные, вот... Пожалуйста, отдай Чурдаль, прошу тебя. Потрясающе круто. Вот, я бы сказал, что победил Бомдропов, но он не участвует. Вот, поэтому я отдам Канеме голос. Третий раунд, кстати, классный. Вот если бы ты сделал все первый и второй как третий, было бы круто. Респект. Спасибо большое, Чурдаль. Канеме тоже шикарно. 1-0 Канеме, второй голос отдает Александр Фломастер. Ну-ка. Спасибо большое, друзья. Это было необычно, это было ярко. Спасибо большое за перформансы, спасибо, да. Мне кажется, всяческие релоуды и все эти истории, они выплеснули у вас определенное эмоциональное напряжение, и, в принципе, пошло интересно. Мне кажется, основной замес развернулся в третьем раунде. В третьем раунде, где очень серьезный, жирный битос выбрала MC слева от меня. Но, к сожалению, она его не до конца реализовала. И максимально свою историю показывала MC справа, которая прям... раскрылась к третьему раунду и показала хорошую работу, поэтому голос за MC справа. Да, спасибо большое. Но с другой стороны, мы же не можем, да, вот человек пришел неподготовленный, да, например, а тому, кто готовился, ну, не отметить то, что он хорошо подготовился. Тоже же это важно. Канема. И она же уделила время, она все выучила, да? Она все выучила. Да. У нее голос, вокальные данные. Нет, шикарные. Про вокальные данные я ничего говорить не буду. Я здесь Чурдаль на 100%. Вокальные данные мне нравятся Чурдаль намного больше. Канема тоже вокальные данные шикарные у Канема. Ну, это ладно. Я просто говорю, что мы должны отметить, что Канема готовилась. Да. 2-0 Канема. Третий голос отдает Алексей Шамутилов на сегодня в гостях. Поприветствуйте его. Не-не-не, здравствуйте, Алексей Шамутилов. И больше рэпа показал все-таки Чурдаль, тоже давай честно говорить. Это же батл рэп, это же батл рэп. Где рэп? У Канема было рэпа, ну, 50%, наверное. Группа «Дяденьки», «Проект за батл», «Фристайл школа» Гарри Кальденесяна, «Ес». Всем привет. Значит, очень его надо батл, еще увеличить, наверное, на сколько. Обычно это говорит про качество. Так, ну я не знаю, как судить, не буду. Что, у меня классный второй раунд, такой же, как у Палма был против тебя. Мне кажется, можно делать EP с именами, да, была Вика, теперь Ксюха. Посвятите мне на следующий раз, можно откусить меня тоже под этот. Что это за музыка? Поп-рок, да?
Короче, все, я за Канеман, респект. За Канеман. 3-0, Канема. Перед тем, как я спрошу ваше мнение, друзья, хочу подарить подарки от спонсоров. Royal Rabbit, большое спасибо. Девчонки, это вам. Это тебе. Друзья, начинала Канема, как вам? Отвечала Чурдаль. Еще раз Канема. Чурдаль. 3-0. В этом батле побеждает Канема. Это был Кубок МЦ. Подписывайтесь Чурдаль на канал. Чурдаль просто сама отдала победу. Да, конечно. Свои комментарии. Но она обняла, не смотри. Но она, видишь, какая девчонка. Светлая. Перед нами победительница вообще-то. В сухую 3-0. Вика, поздравляю. Я забыла, когда они Палмдропом было... Кто победил там? Палмдропов, да? Я что-то не помню. Ченя. Я в ахуе вообще. Я не ожидала. Ты не ожидала? Я не ожидала. А как оценишь свою оппонентку? Все, как ты себе представляла, получилось? Ну, что-то она чуть сдулась. Но с футболкой вот было очень классно. Надо было это раньше делать. Не, надо было раньше делать, чтобы я смотрела только сюда, потому что я в очках была. И как раз там это меня подвлекало. Ну, твои как? Слушайте, ну я знала, что так будет, поэтому я не удивлена, рада тому, что Канема выросла над собой, это очень классно, ты красотка. Я хотела бы, чтобы это было так, потому что если бы ты сделала на моем уровне, это было бы вообще очень-очень уёбично. Ладно, ты тоже вообще-то умничка большая, я в курсе вообще-то всего. А ты читала 50% текста, ну типа учитывая 3 раунда 50%. Самое то. Канема, следующий твой оппонент какой? Не-не-не, всё, я больше не... Всё? Это всё? А если тебе бросят вызов? Не, если мне заплатят 500 000, реванш. Не хочет смотреть. То есть пока что... Тяжело готовиться, наверное. Девушки, тогда я вам двум желаю заряд мотивации как можно больше, чтобы мы вас видели здесь чаще. Мы вам очень рады. Заходите на Яндекс.Музыку, слушайте мои песни, они лучше, чем батлы. Подписывайтесь на ТикТок Канемы вообще-то, смотрите ее рилсы, ТикТоки, шорты и все на свете. С вами был Кубок МЦ. Ну, рэперы тоже, видишь, батлеры не хотят бесплатно. Потому что много энергии, времени. Это очень большая работа, конечно, да. А если они бесплатно, они не хотят. Ну, смотри, не хочет. Не хотят, за 500 тысяч она готова учить текст. В принципе, можно понять, что много времени уделяет этому. Да. Ну, себя прорекламировали хотя бы, пришли там. Ну что, ребятки, давайте подведем итоги. Оба исполнителя девочки шикарные. Канема по-своему прекрасная. Угу, крутая. Чурдаль по-своему прекрасна. Мне было бы, мне кажется, знаешь, по энергетике Канема похожа на Мирику Джи. Мне кажется, они обе такие женственные. Это было бы интересно посмотреть. Как они вдвоем бы, да? Да, как бы они друг против друга. Вот это было бы интересно. Очень интересно. Или это было? Мне кажется, этого нет, этого не было. Нет. Было бы классно посмотреть. Ну что, ребятки, шикарный батл. Мне очень понравился. Ну, немножко, вот видите, текст забыла Чурдаль. Она сразу сказала в начале... А если бы она не забыла, она победила бы, наверное, все-таки. Да. Потому что она больше рэпер, чем Канема. Ну все, ребятки, посмотрели, отдохнули, ребят. Спасибо заказчику. Вячеславу. Да, спасибо, Вячеслав, огромное за такой классный вечер. Ну что, друзья, пока, мои хорошенькие.